Генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского во вмешательстве в парламентские выборы, которые пройдут 26 октября. «Несколько дней назад мы увидели попытки вмешательства в избирательную кампанию. Категорически неприемлемыми являются те заявления посла Евросоюза, которые мы услышали. Это прямая попытка вмешаться в предвыборную кампанию. Также некоторые телеканалы приняли решение отказаться показывать некоторые видеоролики. Фундаментом их решения является то, что это не нравится послу Евросоюза», – заявил Каладзе. Каладзе также напомнил, что посол ЕС представляет все страны, входящие в сообщество. «Мы должны обратиться к Министерству иностранных дел этих стран с соответствующим письмом и спросить, что происходит на самом деле и что за попытки от имени этих стран вмешаться в политический и предвыборный процесс Грузии», – добавил он. Напомним, Герчинский ранее раскритиковал предвыборные видеоролики правящей партии, на которых кадры разрушений от боевых действий в Украине противопоставляются миру в Грузии.